RapPeriscopeMike.org. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну. Оплата товара при получении. Ссылка в описании. Все, мой стилист меня уже подготовил. Трансляция по полной. Здорово. Привет, ебать, вас уже 500 почти. Потому что, блядь, минуты не прошло нахуй, их уже 500. Здорово. Короче, по поводу My Soul, микстейп уже вот-вот, он очень близок, и вы не представляете даже насколько. Клип тоже вот буквально на днях выйдет на сердце, поэтому готовьте свои глазки и ушки. И ручки. Чтобы это все распространять и помочь мне убить нахуй всех, блядь, кто сомневался в том, то, что я не смогу разъебать вместе со своими людьми. Просто уничтожить их нахуй. Сжечь их, блядь. Улыбаясь. Под бабочки. Под трек бабочки в моем животе просто. Разъебать всех рэперов. Серьезно. Моя помощь, что вы больше никто. Да я в Москве, я всегда в Москве. Дагестанские москвичи. Да не, я это не разъебал, это еще нихуя не разъеб, пацаны. Это так. Просто стал популярным. Это не разъеб. Да, я брил виски, когда волосы отращивал. И это, кстати, было моей ошибкой, не делайте этого. Отращивайте все сразу. Ну, чтобы уебански смотрится, когда у тебя волосы по бокам короткие, типа, а виски сбритые, но мне не нравится. Сейчас, да. Сейчас охуенно, а когда они короткие, типа, не очень. Вот когда они вырастут, можно, типа, сбрить виски. Я не хочу ничего говорить про микстейп, кроме того, что он будет скоро. Ча-ча-ча-ча-там. Как ты узнал Острикова? Бля, я не помню, короче. Как я узнал Острикова, ты не помнишь? А, у него, короче, вышел... Не, я знал его давно, когда, помните, папа я гей, мама я гей, вот эта вся тема была. И у него, короче, в 16-м году вышел альбом, «Развлечение», который называется. И я его послушал, охуел. И решился послушать его старые альбомы. Очень долго этого не делал. Послушал, блядь, летом вот как раз, когда вот «Сердце» вышло, вот эта вот вся хуйня. Это было в 2017. Это было в 2017. Ну да. Но альбом-то у него вышел в 16-м. Я не слушал альбом Антохи МС. В чем секрет твоих прекрасных бровей? В моей маме. Я уже говорил это 100 раз. Ты весь день на то... Ничего не буду говорить. My Soul скоро. Клип уже, кстати, почти вот-вот уже вот он и смонтирован, поэтому я, наверное, завтра залью тизер в Инстаграм. Чекайте инсту завтра в районе 5-4 часов дня. Волосы отращивал, где-то год, наверное, в целом я отращивал вот до такого именно состояния. Ну все, красиво. Посмотри на него. Мне Лиза торт показывает. Слили и слили, блядь, эти треки уже давным-давно удалены. Так что можете не париться. Просто, как бы, я знаю то, что фэны, которые уважают меня, не станут распространяться и раскидываться этой инфой. Точнее, не стали бы, так как сейчас это уже не имеет значения никакого. Потому что этой хуйни нет в сети. Можно я там проведу спокойно, без твоих тортиков?
без... Ну, короче, вы меня поняли. То есть всякие хайпажоры ебаные, конечно, будут, блядь, говорить то, что, бля, у них есть треки. На самом деле это все хуйня ебаная. Клип? А вот уже вот-вот. На сердце. Вот. И те, кто не слушал, спасибо вам большое. Я очень сильно уважаю это, реально. То, что вы смогли воздержаться и подождать альбома. Микстейпа, точнее. Это реально очень классно, то, что есть такие треки. Ты люди, блядь. Нет, не я. Но это уже все, это давно было, и этого больше нет. Люди, короче, скачали. Ну, как давно, на днях. Уже 800 человек, нормально. Ебой. К Морти. Охуенно я к нему отношусь. Пиздатый он, пацан. Как? Кстати, заметил, уже перестали спрашивать, типа, кто как к кому относится. Вот только про Морти спросили, и все. Я закрыл, кстати, комментарий нахуй. Я... Какой твой самый пиздатый трек, по твоему мнению? Вот выйдет микстейп и послушаем. Ждем. Конечно, у Фейса 5к смотрят, у него, блядь, подписчиков нахуй сколько и какой он популярный. Ты что, меня сравнить нахуй решил с кем-то? Че, ебанулся? Я не голодный сейчас, поэтому для меня это не... Ну ладно. Конечно, я приеду в Калининград. Люди, которые пишут, что он педик, идите нахуй отсюда. Идите нахуй сюда. Я вас в рот и в жопу выебу, блядь. И тогда, блядь, узнаете, кто педик нахуй. А? Чего? Дай мне поговорить со своими людьми, женщинами. Но у меня есть другое время. Нет, я не могу, я не люблю дома трансляции проводить. Микстейп на днях, братишка. В Тольятти будет концерт, да. Вот только сегодня смотрели города. Все будет пиздато. Я вам обещаю. Суффикс или прогиб, какая разница? Я в Москве. Нет, совместных с Флэшем, скорее всего, не будет уже. Но и как бы после моих слов не надо хуйню свою разводить, окей, которую вот любят разводить в интернете. Привет из Воронежа. Привет из Москвы. Ну что, ну подожди минут 5, что ты... Общаюсь. Ты хач. Ебать ты умный нахуй. Ефимов. 326. Ну подожди минут 5. Можешь подождать, пожалуйста? Развеселите, блять, ее. У вас этого не получилось. Поэтому этим заниматься буду я. Серьезно? Блин, один ведет трансляцию, другой смотрит трансляцию, который ведет трансляцию. Hello from Ukraine, bro. What's up? Передай мне привет, плиз. Привет. Сядь. Закат распался по той же причине, что и ты с Флэшем. А по какой причине мы распа... Блядь. Чувак, отъебись. Нет, не будет треков в стиле прошлых релизов, но будет лучше, я вам обещаю. Можете рассчитывать. Да, кстати, я хотел тебе предложить. Я его вот видел. Серьезно? Да. Пиздатые штаны, чтоб так тебе их растягивать. Охуенно. Как ты где ты их видел? Я их не видел, я видел рекламу в Инстаграме с ней. В Екатеринбург, скорее всего, осенью.
Ебать, уже косарь. Нормально, нормально. Ты просто понимаешь, я как бы особо ничем тут не занимаюсь. Я просто общаюсь, и у меня уже 1000 человек смотрит. Просто 1000 человек смотрит на мое черное ебало. Необразованное. И слушает то, как я базарю свою хуйню. Миша Струев не будет на микстейпе. Миша Струев в это время будет в школе. Бля, Гоф Павлова. Я думал, ты написал Гоф Падик. Гоф Павлова. Альбом Пашка. Нормальный. Но я сейчас стараюсь не слушать ничего из русского, поэтому не надо меня там спрашивать. Я не вот реально. За последние, блядь, последние, ну сколько там, блядь, 2-3 месяца я не... Спасибо, брат. Я не знаю, что выходило, и не хочу знать. И последующую свою жизнь тоже не хочу связывать. Ай, хуй. Нахуй надо. Рязань. Я буду везде. И не только в городах, а вообще везде. Никого я не знаю. Одесса, салют, вообще пламенно летит. Хочу скорее плывать у вас. Блять. В зубах застряла эта штука, я не знаю, как ее вытащить. Да, похуй. Что такое хмао? Это нацистский автономок. Нацистский? Хантамансийский. А, хантамансийский, я думал, нацистский. Оптимусы, да, пиздатые. Я давно еще их смотрел, сейчас еще не смотрю. Я знаю, да, я думаю, что меня много где ждут, поэтому как бы не переживайте, я буду везде. И увижусь со своими людьми. Может быть, не в этом году, может, через годик, но я буду. Ну, так мне напрямую здесь. Да, заберите на Чкаловскую, да. Счастливый? Потому что нахожусь с нужными людьми, поэтому счастливый. Вроде 12. Если что, так что. Ладно, пацаны, что я могу сказать? Я, блядь, я опять я со своими пацанами, блядь. Я забываю то, что тут есть девочки, блядь. А мы, так сказать, respect woman. Вот. Женщины правят миром. В общем, я пойду. Что я могу сказать? Завтра залью сниппет в Инстаграм, сердце. Так что чекайте это все. Разъебывайте там комментарии и название тейпа моего. И не переставайте меня вообще нигде поддерживать, потому что я чувствую, что настал тот момент, когда русский рэп кладет свою голову на плаху, блять, нахуй. А мы режем ее. И она еще дышит немножко, знаете, 5 секунд после смерти. Но это так, просто попытки. Поэтому давайте, до встречи там. Может быть, завтра проведу трансляцию. Люблю. Не знаю.